потрясающей работы, где мы видим личность. Личность не только в лицо, но и личность в ее страсти, в ее делах, в ее эмоциях. То есть это потрясающая выставка, которая дает нам сигнал. Смотрите на людей внимательно, вглядывайтесь в каждое лицо. Смотрите, насколько оно талантливо, насколько оно чувственно, насколько оно душевно. Теперь и в Зеленогорске будет маленький филиал Русского музея. В танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха открылась персональная выставка Анатолия Черных. Я когда с ним разговариваю, расскажите, пожалуйста, а вот кто там такая интересная женщина? И он мне говорит, это экономист из ЖЭКа. Ну так. И я поняла, что эта женщина, которая работает экономистом, она даже, наверное, не понимает, насколько она красива. Так вот я вам всем желаю быть очень красивыми всегда, а нашим мужчинам все время это показывать. Анатолий Владимирович Черных, художник, график и живописец, родился в городе Оренбурге, учился в Академии художеств. Дипломной работой художника стала по тем временам высокооцененная серия афортов «Певец и время» Владимир Высоцкий. Сейчас среди работ Анатолия Черных портрет наших современников, знаковых петербуржцев. Это и портреты прославленных балерин Мариинского театра Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой, портрет Дмитрия Хворостовского. Без сомнения можно сказать, что и сам художник уже давно стал знаковой фигурой нашего города. Героями произведения Черных становятся не только знаменитости, с не меньшим вдохновением он создает и образы окружающих его простых людей, своих близких и знакомых. Прекрасный зал, прекрасное помещение. Действительно, очень я доволен тем, что такая возможность у меня появилась познакомить горожан, гостей города со своим творчеством. Здесь представлены и портреты выдающихся деятелей русской культуры, российской культуры, и Темирканов, и Мацуев. Последнюю работу я посвятил Дмитрию Хворостовскому. Для меня очень важная работа. Я постарался воплотить все то, что было в нем. Это достоинство, это действительно талант сибирской земли. Сегодня мы открываем персональную выставку санкт-петербургского художника Анатолия Черных. Хочется поблагодарить, сказать особые слова благодарности руководителю Зеленогорского парка культуры и отдыха Смолянской Галине Владимировне. Благодаря ее энтузиазму, неуемной энергии осуществляются замечательные культурные и творческие события, которые проходят здесь, в этом танцевальном павильоне. В год культуры в России это особенно приятно. Портретная галерея живописца постоянно пополняется. Анатолий Черных участвует в городских, областных, республиканских и международных выставках. Работы художника находятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, в частных коллекциях России и за рубежом.